В универсальном спортивном комплексе «Гладиатор» города Нальчика проходит первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров. Первый день турнира завершился триумфом сборной Дагестана. В ее копилке оказалось 13 наград различного достоинства, 3 золотые медали из 4 возможных, а также 4 серебряные и 6 бронзовых. В своих весовых категориях чемпионами турнира стали Залимхан Магомед Султанов и Шамиль Магомедов из Хасавюрта, а также махачкалинец Хабиб Магомедов. По итогам соревнований тренерский штаб сформирует команду Северокавказского федерального округа для участия в первенстве России, которая пройдет в Улан-Удэ.